Во Владимирской области за сутки 75 человек заразились коронавирусом, на 3 меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к первой половине октября. Общее количество зараженных теперь 28 543. В лидерах антирейтинга Владимир плюс 23 заболевших за сутки, второе место у Мурома 12, на третьем месте Суздаль 7 новых ковид-носителей. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 6433 случая, Гусь-Хрустальный 3555, Муром 3100. 183, Ковров 2037, Александров 1760, Петушки 1667, Юрьев-Польский 1277, Вязники 1198, Кольчугино 1165, Суздаль 1034 случая. В остальных районах количество заболевших еще не превысило рубеж в 1000 человек. Летальных исходов 4, на 1 меньше, чем на протяжении всей предыдущей недели, когда область ежедневно теряла по 5 человек. Общая смертность от новозаразных раза теперь составляет 927. И уже 10-е сутки выздоровевших у нас больше, чем заболевших. 86 против 75. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 25 742.